Здравствуйте, меня зовут Антон, и я администратор 3GMFO.ru. На моем канале обычно видеоролики по получению root, прав, установки CVM Recovery, то есть довольно серьезные. Но сегодня я отвечу на довольно массовый вопрос, который нам задают, а мы занимаемся разблокировкой того же самого логин плюс и остальных телефонов. Подробности в описании к этому видео. Итак, вопрос. Как поставить на нем мелодию на звонок? Действительно, стандартными средствами это сделать нельзя, и некоторые люди удивляются, как это сделать. Но есть способ, и способ есть не один, но я вам расскажу про способ, который я чисто на свой скромный взгляд считаю легким. Из маркета установить программу Rings Extended, а ссылочку на нее я положу тоже в описании к этому видео, мне не жалко. Вот мы Rings and Extended поставили. Я уже скопировал первую попавшуюся MP3-шку к себе на телефон. Поэтому в этом плане тоже никаких проблем нет. Мы открываем просто-напросто Rings Extended. Нажимаем Sound Settings. Выбираем звук. И в качестве рингстона выбираем в качестве рингтона Rings Extended. И здесь мы можем поставить, точнее выбрать композицию. Ну, у меня на флешке она одна, вот ну, там Crazy Train, Ozzy Osbourne. Нажимаем ОК. И все. Чудо произошло благодаря этой программе. И теперь давайте попробуем на наш телефон позвонить с другого телефона. И будет ли играть наш Ozzy Osbourne. Ози Осборн прекрасно у нас играет. А сейчас вообще гитарный запил пойдет просто высший сорт. Поэтому мелодии лучше заранее резать на компьютере, чтобы сразу начиналось то, что надо. Надеюсь, данное видео вам было полезно, оно длится не больше 5 минут. Мелодия стоит, музыка играет, и теперь мы можем смело ставить свои любимые треки на звонок. Также предлагаю вам посмотреть другие видеоролики по данному телефону. Аннотации на них вы сейчас видите на своих экранах. Ну а с вами был Антон, один из администраторов 3GInfo.ru. До скорых встреч и привет Unlock Club'у!